Да, пожалуйста. Не подскажете примерно, в какое время было сделано это открытие? Насколько я понимаю, это открытие было сделано в 20 веке лингвистами. Я не специализируюсь в области греческого языка Нового Завета, но вот этот момент очень хорошо объяснен и описан в систематическом богословии Уэйна Грудема. И Уэйн как раз специализировался в области греческого языка Нового Завета. И он преподавал здесь, в семинарии, в течение многих лет. И начинал он преподавать как раз на кафедре Нового Завета. И затем, уже в 80-е годы, он перешел на кафедру богословия. Но при этом, конечно, он не потерял свои знания в области греческого языка Нового Завета. И он описывает вот это в своей книге по систематическому богословию. Конечно, он не вдается во все подробности, и, я думаю, не приводит подробную библиографию, чтобы вы могли проследить всю историю этого открытия. И, к сожалению, за те годы, когда он преподавал здесь, я так и не спросил его о всех подробностях этого открытия. Но я уважаю его авторитет как ученого, поэтому отнесся к его словам с уважением и принял на веру то, что он рассказал. И я думаю, что он передает все достаточно точно. Так что я думаю, в 20 веке. Но задолго до того, как я узнал об этом открытии, у меня уже были сомнения по поводу доктрины о вечном происхождении Сына на основании того, чем я с вами поделился. Как можно делиться чем-то с тем, у кого это уже есть и всегда было? И вот чтобы не дать повода считать, что Иисус когда-то не существовал, потом стал существовать, богословы вставили слово «вечное». Что ж, но это еще более запутывает идею зарождения. Так что здесь вообще ничего понять невозможно. Но тем не менее, люди полагали, что они должны придерживаться этой доктрины, потому что Библия содержит слово «единородное». Но когда мы с вами увидели, каковы же корни этого слова, мы можем посмотреть на эту доктрину совсем с другой стороны. Хорошо. Еще, пожалуйста, вопросы или замечания. Да, пожалуйста. Правильно ли я понял, что единородный сын подразумевает временную составляющую? Обычно нет, потому что если посмотреть на контекст, где используется эта фраза, то обычно не подразумевается воплощение. И, конечно, нет никаких проблем, если мы скажем, что Иисус родился от Марии. И понятно, что такое высказывание подразумевает временную составляющую. И проблема возникает тогда, ведь этот вопрос усложняется, если мы заметим, что в тех текстах, которые мы упомянули, речь идет о самой сущности Христа, а не о его воплощении. И, конечно, это не означает, что не находились те, которые пытались построить на этом аргумент. Но, если честно, я сейчас не могу вспомнить примеры, так как стихи, в которых используется фраза, не говорят о воплощении. И если посмотреть те тексты, которые говорят о рождении, человеческом рождении Иисуса, то вот на этот счет ни у кого нет никаких разногласий и вопросов. Вот здесь никто не пытается внедрить понятие вечного зарождения или нечто подобного. Хороший вопрос. Ну что ж, позвольте мне пойти дальше. О, да, конечно. У меня еще один последний вопрос по поводу рождения Христа.
Большая часть Писания, как мне представляется, когда речь заходит о рождении, не обязательно об этом конкретном слове, а в общем может быть сведена к тому, что записано в Псалме 2.7. Может, нам следовало толковать все эти тексты, говорящие о том, что Христос единородный от Отца, в их контексте, то есть богословски, а не метафизически? Что ж, я считаю, что ваш вопрос очень важен. И первое мое побуждение сказать, что да, все, что вы говорите, правильно и разумно. Но у меня есть определенные колебания, чтобы не идти в этом направлении. Вот тот контекст, в котором вы встречаете подобные высказывания в Новом Завете, не всегда совпадает с контекстом, скажем, второго псалма. И так как, скажем, сегодня мы знаем, что Новый Завет использует второй псалом как мессианский псалом, и мы также знаем, что Мессия — это Бог, то мы вносим это понятие в контекст второго псалма. Но подумайте об этом таким образом. До того, как был написан Новый Завет, и все это было разъяснено, что могли подумать люди, которые получили откровение Ветхого Завета? Да, в еврейском тексте Ветхого Завета говорится о том, что у Бога есть Сын, который не обязательно божественен, но тем не менее называется Сыном, к примеру, Израиль. И утверждать, что вот этот псалом является мессианским псалмом, и опять же вспомнить о том, что пророчества Ветхого Завета о Мессии говорили о его человечности. И вот вы читаете второй псалом, и при этом вы будете склонны решить, что, ну что ж, просто это говорит о том, что Мессия будет человеком. И в древнем мире человек, который должен стать царем, очень часто назывался Сыном Божьим. И это совсем не подразумевало понятие божественности в такой степени, как божественен сам Бог. Может, у них есть какое-то превосходство, и это совсем не так очевидно. И вот если говорить об иудаизме, то люди не верили, что вот божественность Сына Божьего такова, как и божественность Отца. Для них это было совсем не ясно. Конечно, я не хотел бы откинуть вот это свидетельство Ветхого Завета. Однако я все-таки хотел проявлять осторожность, чтобы не вносить Новый Завет в Ветхий Завет. Никто не отрицает того, что написано во втором псалме, а именно «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Вопрос, в чем же заключается контекст этого псалма и того Ветхого Завета, который был доступен на тот момент? Что тогда все это означало? И мне представляется, что это как раз и есть пример прогрессирующего откровения, когда явился Иисус Христос, и люди осознали, что Он Сын Божий, и уникальный Сын Божий, не такой Сын, как понималось ранее. И уже тогда, когда они стали применять этот псалом по отношению ко Христу, то они стали понимать этот псалом в более полном смысле. Но это совсем не то, если мы скажем, что псалмопевец, когда писал этот псалом, предвидел рождение Христа в Назарете и предвидел Его полную божественность, как мы сейчас это понимаем. Конечно же, Дух Святой, который вдохновил Его на написание, знает все во всей полноте, что же на самом деле означают те или иные понятия. И, конечно, в этом псалме есть то, что действительно стоит отметить, и вы абсолютно правы, что это отмечаете, а именно сам стиль высказываний, несмотря даже на то, что это написано на еврейском. И уж, конечно, это потом было переведено на греческий, в Септуагинте. Но даже если бы и не было переведено, вот подобные высказывания, которые встречаются как в Ветхом, так и затем и в Новом Завете,
Вот эти высказывания, по мнению ранних богословов эпохи отцов церкви, должны были быть как-то объяснены для того, чтобы во всей полноте понять личность Христа. И я думаю, что мы не должны смотреть на них сверху вниз, только лишь потому, что они не знали об этом лингвистическом открытии, которое мы сегодня знаем. Они не пытались внести какую-то ересь, они просто пытались объяснить то, что читали в Писании. Я согласен с тем, что вы говорите. Но я думал о том, что в контексте второго псалма сыновство не подразумевает понятие рождения. Поэтому этот псалом автоматически не приводит к необходимости введения доктрины вечного происхождения сына. Потому что в тексте мы читаем о том, что «ты всегда был сын мой, но ныне я родил тебя». То есть тут нет понятия физического рождения. Вот что я хотел бы сказать. Поэтому мы не должны вносить в этот текст понятие, которое изначально в него не включалось. Спасибо за это замечание. Я считаю, что это очень важное добавление. Я бы еще добавил к этому, что я могу все-таки предположить, что некто, кто не такой осторожный экзегет, как вы, все-таки прочитает этот текст, прочитает записанные в нем слова, а также прочитает все другие тексты о Христе, тексты, содержащие слово «моногенез», и решит, что все эти тексты об одном, поэтому нужно найти какое-то объяснение. Да, конечно, если бы все проявляли такую же осторожность при толковании текстов Писания, как и вы, то, я полагаю, может, они и допустили бы всех этих ошибок. Но я думаю, к сожалению, не все были так осторожны. Спасибо большое за вопросы и за замечания. Все это очень важно. И как уже было сказано, очень сложно, крайне сложно увидеть идею вечного происхождения Сына вот в этом тексте Писания. Ведь тот, о ком здесь говорится в этом тексте, он уже существовал. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Что ж, давайте двигаться дальше. Также есть еще один термин. Это термин «Господь», и по-гречески это слово звучит так — «кюриос». И именно таким словом обычно называется «Яхве» в Ветхом Завете, в греческом тексте, в Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета. Но вот тексты, которые приведены здесь на слайде, это те тексты, в которых этот термин применяется к Иисусу Христу, ибо именно это мы пытаемся здесь показать. Мы пытаемся рассмотреть те термины, которые в Ветхом Завете применялись исключительно к Богу, но когда мы переходим к Новому Завету, то мы находим, что те же самые термины применяются к Иисусу. И это означает, что либо автор Нового Завета сильно ошибается и богохульствует, как сумасшедший, что, конечно, мы не принимаем. Либо, что мы принимаем, они дают понять, что эти термины, которые использовались в иудаизме, и все знали, что они применимы Богу и только к Богу, теперь они применяли эти термины к Иисусу Христу. И тем самым авторы Нового Завета дают понять, что Иисус такой же Бог, как и Яхве. И здесь вот я хотел оставить одно замечание по поводу Септуагинты. В ней используется слово «кюриос» для перевода слова «Иегова». И затем, уже в книге Откровения, в 11 главе слово «кюриос» все еще относится к Богу Отцу. То есть и в Новом Завете есть пример, когда это слово относится к Богу Отцу. Во всех других текстах, во второй главе Евангелия от Луки и многих других, это слово относится к Иисусу Христу. Что ж, есть еще один термин,
Апостол Павел в первом послании к Коринфянам во второй главе сравнивает земную мудрость и Божью мудрость. И он говорит о том, что христианская мудрость представляется глупостью для людей этого мира, которые не знают Бога. Эти люди думают, что они знают так много, отличаются своей философией, риторикой, но, к сожалению, они упустили самое главное. Если бы действительно они обладали истинной мудростью, то не распяли бы Господа славы, и имеется в виду Иисус Христос. Ну что, Павел случайно здесь использует этот термин? Конечно, нет. Павел прекрасно знал о том, что записано в 23-м псалме, в котором записано, кто сей царь славы, Господь сил, Он царь славы, и имеется в виду Бог Отец. И Бог использует этот термин «Господь славы» и применяет его к Иисусу Христу. И тем самым он, конечно, дает понять, что Иисус — это Бог. Такой же Бог, как и тот, о котором говорится в 23-м псалме, который превозносится в нем как «Царь славы». Что ж, еще один термин, который используется достаточно часто в Ветхом Завете по отношению к Иегове, это термин «святой». И Исаия в своей книге достаточно часто использует этот термин. И если обратиться к книге Деяний 3.14, то мы увидим, что этот же термин относится к Иисусу. Затем есть еще одно выражение. Первый и последний. И вот в книге пророка Исаии в 44 главе записан текст, в котором сам Господь Иегова обращается к людям и называет самого себя царем Израиля. И далее он говорит, «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога». Что ж, в книге Откровения 1 главе, в стихах 17 и 18, речь идет о том, кто есть первый и последний. И если вы не уверены, о ком идет речь, достаточно прочитать 13 стих, и там говорится, что первый и последний — это никто иной, как Иисус Христос. Опять же, еще один термин, который относился к Богу Яхве, относится к Иисусу Христу. Что ж, к какому выводу мы можем прийти на основании всех этих свидетельств? Это все имена, которые авторы Нового Завета относили к Иисусу Христу. Но, как мы понимаем, авторы Нового Завета не были некими отрешенными людьми, ничего не знающими, жившими в первом и втором веках нашей эры. Скорее, это были те люди, которые выросли в иудаизме, которые были монотеистами, которые прекрасно знали Ветхий Завет. И уж они, конечно, знали, как все эти имена и термины использовались в Ветхом Завете. И несмотря на это, они относили эти имена к Иисусу Христу. Но не только авторы Нового Завета относили эти имена к Иисусу Христу. Иисус сам в определенных случаях называл себя таким образом. И он также прекрасно знал, как эти имена использовались в Ветхом Завете. И в то же время он не только позволял другим так к себе обращаться, не только поощрял других так к себе обращаться, но и сам себя называл таким образом. Поэтому либо все эти люди крайне заблуждаются, когда относят эти имена к Иисусу Христу, либо, и это гораздо более вероятно и более правильно, все эти люди совсем не ошибаются. Они сознательно подразумевают, что Иисус божественен. А так как Он Бог, то все эти термины, которые применимы к Богу Отцу в Ветхом Завете, все эти термины применимы к Иисусу Христу. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.